Всем привет, с вами Ползов Вадим, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Сегодня разберем такую тему, как перезаход в сделку, применимо по большей части к среднесрочной и долгосрочной торговле, когда мы держим позицию довольно-таки продолжительное время, и нередко бывают ситуации, когда нас выносят какими-то хвостами, где перезаходить, то есть где найти ту самую ключевую безопасную точку, относительно которой можно перезайти в сделку, в позицию и подержать с целью извлечения дальнейшей какой-то прибыли. Также эти точки применимы для интрадей торговли, коим я сейчас и промышляю по большей части интересные сделочки с короткими стопами и короткими тейками для того, чтобы разгружать, скажем так, депозит от позиций. Ну и меньше времени в рынке, меньше нервов, больше профита на меньшем ходе инструмента, скажем так. Разберем на примере монетки FLM. Значит, ситуация следующая. Ну, мы там падали, 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 и случился некий рост, и был пролив, у меня выкинуло по стопу товарища, и мы совместно, скажем так, искали точку, где можно перезайти с целями, ну, куда-нибудь никак не меньше to the moon. Ситуация следующая. С оглядкой на биток, уровень 22 850 относительно вот этого хвоста, пилили, пилили, пилили и свалились. Свалились, по сути дела, в коррекцию после пробитой вот этой точки 21 544 и остановились. После того, как несколько дней постояли 14 числа, неплохо закрылись наверх и вылезли из накопления. Монетка FLM закрылись. Мы смотрели вот эту точку, границу отката, да, по ходу движения, и уехали на перехай. После того, как свалились вниз, товарища выбило по безубытку, позицию держал долго. Значит, ситуация следующая. Все то же самое на этой монетке, так как монетка по большей части движется за битком. Ну и биткоин, скажем так, как поводырь рынка, если растет, то основная масса альтов тоже растет. Значит, 14 числа закрытие у нас происходит выше этого отката. И предположение было, что если мы вырастем выше вот этой точки, с которой был сделан здесь локальный перелом, то можно будет попробовать подержать как минимум в сторону 11.60. Ну и далее, как пойдет, что говорится. Значит, уровень 0.10.18 с дневочки и на 5-минутке на вечерней сессии у нас образовалась хорошая точка входа с хорошей торговкой выше уровня. После подхода постояли в накоплении относительно вот этого уровня 0.993. Также пробили, отретестили и также скопили, да, по сути дела, полсуток. И происходит движение наверх, выходят объемчики повышенные. И происходит закрепление. После того, как цена отстоялась, по цене 1.10.25 вход со стопом за хвостом 0.9% получился стопик. И движение, скажем так, продолжилось. То есть, если нас выбивает по ходу движения какими-то хвостами, случаются такие неприятности, когда, ну,
быть может, ранний какой-то перенос стоп-лосса, либо просто фиксация с целью перезахода по более выгодной цене, то, несмотря вот на эту кашу слева, ну, с учетом того, что мы после импульса наверх все продали и свалились, можно поожидать, что движение в обратную сторону будет столь же стремительным. А значит, можно попробовать поучаствовать. И вот, по сути дела, локальная точка, которая впоследствии принесла неплохой профит в сделке. То есть картиночки все, ну, максимально стандартные, скажем так, пробой и последующий ретест с закреплением цены выше уровня для покупок и ниже уровня для продаж. По сути дела, несколько часов постояли и на вечерней сессии двинули на невозможности инструмента идти вниз. То есть здесь было касание двумя барами и разъедание, скажем так, лимитки и последующий ход наверх. Вот так можно пробовать расторговывать какие-то локальные точки в продолжение основного трендового движения с целью посидеть на подольше. То есть здесь можно как с коротеньким стопом забрать относительно небольшое движение. То есть если мы посмотрим на, там, например, стоп в 1%, хотя для интрадэй я считаю это много, то даже в первичном импульсе здесь порядка 4 к 1 можно забирать. Ну а далее уже как позволяет ваша стратегия и тактика с целью извлечения какой-то более весомой прибыли. 10-60 достигнут, по сути дела, в следующий день. Вот на этом на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.